Участники автопробега «Красноярск-Крым», посвященного 70-летию Победы, наконец-то добрались до моря. Сейчас они находятся в городе Туапсе. И вот о том, какие планы на сегодня, расскажет мой коллега Андрей Дунаев. Он сейчас находится на связи. Андрей, добрый вечер. Здравствуй. Добрый вечер, Ян. Добрый вечер, уважаемые зрители. Да, действительно, сегодня участники автопробега «Красноярск-Крым» добрались из Краснодара до Туапсе. И сегодня своими глазами впервые за время пробега увидели Черное море. Особенно этому факту, конечно, радовались наши ребятишки Влад и Полина. Ну, а что касается города Туапсе, наверняка вы знаете, что город Туапсе – это город воинской славы. В октябре 41 года в 8 километрах от Туапсе был построен военный аэродром, а также военно-морская база под управлением контр-адмирала Жукова. В 42 году город был практически разрушен, но уже в 43-м началось его восстановление. А в период с 80-го по 90-е годы прошлого столетия город Туапсе сначала был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, затем орденом Великой Отечественной войны первой степени. И сегодня участников нашего автопробега ждет экскурсия по местам боевой славы Туапсе. В общем, впереди у нас насыщенный и плодотворный, я надеюсь, день. Конечно, мы не можем не посмотреть, как сегодня живет Туапсе, этот курортный город, в котором все сделано для туризма, и достаточное количество туристов мы уже могли наблюдать на улице нашего города. В общем, пожелайте нам удачи. Наш автопробег продолжается.